26 ноября в Донецкой филармонии открытие международного фестиваля фортепианного искусства «Пиано Форум». Специальный гость – пианист из Санкт-Петербурга Александр Яковлев. В программе концерта – произведения Сергея Прокофьева и Модеста Мусоргского. Программа проходит в рамках Года русской культуры при поддержке Министерства культуры Донецкой Народной Республики и общественной организации «Русский центр». Подробности в кассе и на сайте филармонии.